Сегодня в ролике я буду прокачивать своего братишку в стендоффе. Он еще никогда не играл в стендофф 2, и я хочу посмотреть, что из этого получится. Хотя, что-то его нету тут. Ну-ка, иди сюда. О, а вот он и тут. Братанчик, здорово! Привет. Все, сегодня мы тебя прокачиваем. Ты вообще рад? Да. Ладно, давай я сейчас еще расскажу, как вообще ребятам попасть тоже в прокачку в ролик. Смотрите, ребята, совсем скоро я буду записывать прокачку, как только на канале исполнится 800 тысяч, и кому-то из вас я куплю дорогие скинчики в инвентарь. И все, что вам нужно сделать для того, чтобы попасть в прокачку, это всего лишь поставить лайк на ролик. Давайте соберем под роликом 15 тысяч лайков. И подписаться на мой YouTube канал с колокольчиком, если вы еще не подписаны, как вот эти вот 70% зрителей, потому что прокачиваю я только подписчиков. Если вы, к сожалению, не подписаны, то прокачку вы не попадете. Так что подписочку оформляйте. Ну и в комментариях можете свой айдишник от стендоффа либо от ВК оставить. Саш, ну что, погнали, создадим тебе аккаунт и прокачаем тебя. Погнали? Погнали. Все, ребята, let's go! Ну что ж, ребята, вот мы уже и находимся на аккаунте Саши. Братанчик, я тебе вот уже создал, как ты можешь заметить, только что аккаунт. Давай вот я тебе даже сделаю никнейм. Никнейм у тебя будет Саша в стендоффе. Вот у тебя аватарочка. Видишь, у тебя полностью вот новый аккаунт. Ты же еще, ну, не играл в стендофф? Ладно, смотри, когда ты только создаешь аккаунт в стендоффе, тебе дают бокс. Давай, открой его. Это твой первый вообще бокс в стендоффе, который ты открываешь. Let's go. Надеюсь, легендарочка какая-то. О, ты уже знаешь, что легендарочки дорогие? Ну смотри, тебе выпал FNFAL Aquamarine. Вот как думаешь, сколько он стоит? Где-то 20. Так, а стоит он у нас 5 копеек. Ну, ладно, я его продаю. Смотри, я тебе сейчас на аккаунт задонатил 3000 голды. И сейчас я покупаю тебе, смотри, вот давай вот куплю тебе 10 таких кейсов. Потом я куплю тебе 10 таких кейсов. И 10 по таких вот кейсов. Ты смотрел вообще ролики по стендоффу с кейсами? Нет. То есть, ну ты вообще не знаешь, что это такое? Хорошо, тогда смотри, у тебя сейчас в инвентаре 30 кейсов. Вот смотри, выбери любой кейс. Какой ты хочешь открыть? Вот выбери его. Этот? Ну вот нажми на него. Открыть. Смотри, из этого кейса тебе может выпасть, допустим, вот синий предмет какой-то. Вот синий предмет. Синий предмет стоит 1 голду. А может выпасть предмет, который красного цвета. Он стоит уже 2000 голды. Понимаешь? Да. Если что, братанчик, кейс стоит всего лишь 100 рублей. Ну это много на самом деле, потому что тебе может выпасть пушка, допустим, за 1 голду, за 1 голду, а может выпасть за 2000. Ну ладно, давай вот открывай первый кейс, посмотрим, что же тебе выпадет из первого кейса. Это его первый кейс. Давай, Саша, открывай. Жми открыть. Все. И твой первый дропчик это... О! Фиолетовая. Ой, розовая. Это хорошо. Это легендарочка. Знаешь, сколько она стоит? Сколько? Ну как думаешь? А давай потом соединим. Что это? Ну, их же можно как-то соединить. А, скрафтить, да, ты хочешь? Как думаешь, вот сколько она стоит, вот такая вот легендарочка? Ну, где-то 20 голды. Слушай, ты отгадала, она стоит... А, ну она стоит 16. Ладно, выбирай вот любой кейсик и открывай. Вот какой хочешь. Вот Empire ты выбрал, да? Из него уже выпадают перчаточки. Ну, можешь открывать, в принципе. Не будем особо затягивать. Погнали, погнали, блин. А, М4 Димон. Ну, это вот, видишь, тебе выпало... О, кстати... А на 100 трек? Да, ты знаешь за 100 трек? Да, я... Ну, как-то мне знакомо. Понял, то есть, ну, ты смотрел немножко роликов. Хорошо. Смотри, давай сейчас я открою кейс. Фейбл кейс. Отсюда можешь выпасть нож-бабочка. Она стоит где-то 2000 голды. Так что, погнали. О, ну, походу, нам выпадет легендарочка. Вот, может выпасть легендарочка 100 трек. Она очень дорогая, но не выпала. Хорошо, давай вот шарп кейсик откроем. Какие бы ты вот из этих тычков хотел вот выбить? Вот эту. Вот эту, да? Угу. Хорошо, тогда открываем. Ребят, давайте вот договоримся. Если под этим роликом будет 15 тысяч лайков, то мы записываем вторую часть, в которой Саша будет первый вообще раз играть в стендофф 2. Ну ты согласен за 15 тысяч лайков? Ну да, согласен. Все тогда, ребята, договорились. 15, что? Ты видишь, сколько красного? Ты видел? Это все было... Блин, если бы нам сейчас хоть что-то выпало красное, это было бы очень круто. Ладно, любой кейсик открой, вот какой тебе нравится. Вот вообще я любой. Я люблю синий цвет, но открою вот. То есть, ты хочешь Empire? Окей, открывай, открывай. И сейчас нам что-то из этого кейсика выпадет. О, перчатки! Блин, ребят, было бы круто, если бы нам сегодня в ролике выпало что-то красное. Потому что это вообще первое открытие. И хочется, чтобы оно было крутым. Но выпадает, кстати, синенькое. Это очень плохо. Если что, вот смотри. Мы на этот кейс тратим 100 голды, да? Да. А вот эта пушечка, она стоит 0,40. То есть, она даже 1 голды не стоит. Ну, ты понимаешь, да? Да. Мы уходим в минус. Нам нужно выбить что-то красное, и тогда мы с тобой окупимся. Но вон там красное было. Ладно, давай вот сейчас ты сам кейсик откроешь. Как ты думаешь, в каком кейсе лежит красное? Вот в этом. Все, открывай его.
И... О, там, кстати, реально красная пролетела почти. Ты видел? Да там немного не хватало. Ладно, давай еще раз. Какой кейсик ты хочешь, что-то открой. Так, давай, открывай. Открыть. Все, пожалуйста, выпади что-то более-менее хорошее. О, выпало... Нет, блин. Кстати, это первое, по-моему, фиолетовое вообще за весь ролик, который... А, нет, вот второе. То есть это второй эпик за весь ролик. Хорошо, ну, в принципе, смотри, мы с тобой открыли 10 кейсов, нам выпало 2 розовых. Уже неплохо, 2 розовых. Но хочется выбить хоть одну красную, чтобы у тебя уже на аккаунте сразу было... Красненькие! Ты видишь, они почти выпали, если... Нет! Если бы они выпали, ты бы очень сильно окупился. Ну ладно, не грусти, мы с тобой... Еще! Еще красная, пожалуйста! Прямо между, что? Стендов байтит, стендов жестко байтит. Ладно, ты сильно не расстраивайся, мы по-любому сегодня тебе какие-нибудь красные скинчики. Что? Он байтит! Он очень сильно байтит стендов, дай! Вот, стендов, вот ты сейчас обязан дать Саше что-то красное, вот стендов. Ну, стендов, ну что это за фигня? Окей, услышал, услышал. Давай тогда Empire кейсик откроем. Из него тоже может что-то выпасть, и было бы очень круто. Да блин, да! Слушай, тем временем мы потратили с тобой уже где-то 2000 голды. А нет, 1500 голды. И мы с тобой не выбили ни одной красненькой. Давай вот этот кейс откроем посередине. Вот, прям вот посерединочке. Стендов, пожалуйста, что-то красное! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, вот давай сейчас ты откроешь, вот. Почувствуй, вот в каком кейсе сейчас лежит что-то дорогое. Ну, у меня опыта нет, я открою просто. Хорошо, давай, вот, открывай его. Давай, давай, пожалуйста, стандовчик, стандовчик, по-братски. Да там вообще даже ничего не было. Ты сильно не грусти, потому что нам сегодня точно что-нибудь выпадет. Блин, пожалуйста, стандов, ну он же новичок, ну дай ему что-то. Вот, ребята, вот такие вот шансы в стандофе для новичков. Не могут просто подогнать там ножик, какую-то аркану, чтобы было желание играть. Нет, стандовчик, ну это вообще классика. Это просто классика жанра. Это, кстати, уже 11 кейс. Ой, это получается, это 20 кейс по счету. Это 20 кейс, и осталось 10 кейсов. Хорошо, вот смотри. Вот 10 кейсов, выбирай любой. Любой кейсик выбирай. Хорошо, фейбл кейс. Из него может выпасть нож-бабочка. Нож-бабочка? Да. О, пожалуйста, стандоф! Ладно, давай еще один кейс открывай, выбери какой кейсик ты хочешь. Можешь вообще вот любой какой хочешь. Вот прям вот любой. Да, вот открывай этот, из него могут выпасть тычки. Помнишь, у меня были тычковые ножи? Да. О, G22 casual. Ну, кстати, это видишь, скин красивый такой, знаешь, розовый. Тебе нравится? Да, а почему там нет дырки? Вот такие вот у нас стендофи скины. Окей, открываем вот этот кейс. Да, и вот из этого кейса могут выпасть перчаточки. Перчаточки было бы круто выбить, но выпадает нам Steam Beast. Это пулемет. Кстати, тут дорогое, только вот то, что красное, если что. То есть, даже если там какое-то крутое оружие, оно дешевое в стендофе. Ну, ты, возможно, этого не знал. Хорошо, вот сейчас, пожалуйста, шарп кейс. Дай что-то хорошее. I'm sorry, Гриб. Ну, это, чтобы ты понимал, самый говно скин, вот, который можно выбить. Это вот самый вот... Да, вот это просто самый худший скин, который можно выбить. Все, вот давай, осталось у нас 5 кейсиков. И, возможно, мы слили всю голду, которая у нас была, и ничего не выбили. Это очень круто. Спасибо, стендов. Лайкосик за такой, ребят. Ну, как всегда, стендов. Не... Красную, пожалуйста! Красный, это, кстати, если что, называется аркан. Аркан. Все, вот давай вот 2 кейсика осталось. Их ты сам откроешь, потому что ты из них что-то можешь выбить. Давай, братанчик, вот. 2 последних кейсика, открывай их. Это что за медведи? Называется Юм-45 Серверус. Все, давай, открывай последние 2 кейсика. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, стендовчик, по-братски, по-братски. Да есть. М40 грибчик. Так, проверяем, у него есть дырка? У него него есть дырка. Да, кстати, да. Прицел почему? Я, кстати, даже это внимание обычно не обращал. Ладно, давай. Прицел непрозрачный. Жми назад и последний кейсик, ребята. Последний кейсик в стендофе. Все, открывай его, братанчик. Если нам сейчас выпадает что-то, это просто будет легендарно. Ну блин! Ладно, ребята, ну как обычно, вот я записываю ролики, как обычно, 30 кейсов, 3000 голды, ни одной арканы! Я уже молчу там про ножик или что-то еще более дорогое. Ладно, погнали сейчас на джиджишку, попробуем оттуда что-то вывести, потому что, ну не гоже такой инвентарь оставили. Кстати, ты хотел же покрафтить, да? Да, смотри, я хотел... давай вот сейчас вот, допустим, вот 10 предметов я тебе закидываю, жми вот кнопочку выбрать. А если все? Ну вот я только 10 могу, жми выбрать. Все, вот тебе такую фиолетовую дали. Это чё? То есть ты обменял 10, допустим, вот рарок на одну фиолетовую. Можешь вот с фиолетовыми так же сделать? Да я сам выберу. Давай, вот сам можешь выбрать, если а тебе... А вот это можно как-то убрать? Нажми на то, что хочешь убрать. А тут вот, и вместо него вот это. Все, и жми выбрать. Вот, ты такой вот, кстати, красивый. Вот что мы примерно получили. Погнали на джиджишку. Ну что ж, ребята, вот мы уже и переместились на джиджи стендов. Саш, ты же не играл никогда еще на джиджи стендофе?
Ну, я бы удивился, если бы ты на этот сайт заходил. Это сайт с кейсами. То есть мы открывали в стендофе, а тут на сайте. То есть, ну, почти то же самое. Смотри, я закинул на сайт 1000 рублей. 1000 рублей я закинул, ввел промокод Братик, специальный промокод Братик для этого ролика, и получил на 35% больше. То есть у нас сейчас на балансе 1350. Давай, короче, откроем барабан бонусов. Смотри, я ввожу код Братик, ввожу его. Все. Нажми вот кнопочку «Запустить». Нажми эту кнопочку, и ты крутанешь барабан бонусов. И что нам выпадает из барабана бонусов? О, 15% кэшбэка. 15% кэшбэка с открытия кейсов. Окей, смотри, сейчас мы с тобой будем открывать кейсы. Но перед этим давай сейчас используем... Так, задания тут какие-то. Задания мы все нажимаем «Выполнять». И заходим вот сюда. Смотри, нажми на вот эту кнопочку «Обменять», и тебе какой-то скинчик дадут. Ты его потом, само собой, можешь в игру вывести. Да, нажимай «Обменять». И какой скинчик? О, тебе стикер выпал за 620. Прикинь, ты доволен? Да. Ладно, давай сейчас заходим с тобой просто на сайт. Давай какой-нибудь кейс. Вот какой тебе кейс нравится? Тут смотри, тут знаешь, какие кейсы даже есть? Так вот, есть кейс Майнкрафт. Хочешь кейс Майнкрафт? Конечно, хочу. Давай. Да, Саша у нас любит в Майнкрафт играть. Давай, смотри, 5 кейсов. Вот нажми кнопочку «Открыть». И ты откроешь 5 кейсиков. Нажимай, все. И открывается 5 кейсиков. Итак, что тебе выпадает? Так, первое — это у нас наклейка за 20. АВМ. АВМочка, да. Кстати, такая же у меня есть. На вот всего лишь 70. Ну, мы, кстати, не окупились, на самом деле. Все, тогда погнали дальше, братанчик, погнали дальше. Смотри, нам нужно сейчас открыть еще 4 кейса. Я предлагаю пооткрывать вот какие-то новые кейсы. Я хочу Зевса. Зевса? Зевса. Ну, давай тогда Зевса 4 сразу кейсика за 800. За 800, представляешь? О! Ты видишь это? Ты видишь, сколько он стоит? Да. И мы его можем вывести тебе на аккаунт. Но мы сейчас с тобой сделаем контрактик. Смотри, контрактик — это когда ты 10 предметов засовываешь, ну как в игре, и обмениваешь на какой-то один дорогой. Все, ты готов? Угу. Смотри, нажми на кнопочку «Создать контракт». Вот на эту желтую посередине, прям в самом центре нажимаешь и создаешь. Давай, let's go. И какая-то пушечка сейчас выпадет. И выпадает... О, чипик. Чипик — это брелок. За 2700. Чего? Ну мы его... Ты еще не понимаешь, да? Ребят, если что, Саша в стендов просто не играл. И для него это вообще просто в первый раз. Хорошо, смотри. Мы с тобой сейчас знаешь, куда зашли? Нет. Это апгрейд. Знаешь, что это такое? Не знаю. Короче, смотри. Апгрейд — это когда ты засовываешь свой скинчик, и потом с каким-то шансом можешь его апгрейдить до другого скинчика подороже. Вот, допустим, вот до вот этого. Как думаешь, вот апгрейдим до такого? Ну, нет. А до такого? Наверное. Да давай апгрейд. То есть, готов рискнуть? Да, готов рискнуть. Шанс 50%. Ладно, все, ребят. Поставьте лайк за такое, пожалуйста. И, кстати, мы скрафтили, потому что у меня уже в инвентаре он появился. Прикинь? Мы уже его скрафтили. То есть... А сколько он стоит? 5700. И сейчас мы его с тобой... То есть его можно продать? Да, ну его можно продать, но можно вывести с тобой вместе его в стендовчик. Сейчас я, короче, ребята, подготовлю вывод, и мы выведем этот скинчик. Это будет твой первый, наверное, дорогой скинчик на аккаунте, получается. Погнали. Так, короче, все, давай просто выведем этот скинчик. Смотри, жмем кнопочку «Получить скин». Дальше копируем вот эту вот стоимость. Вот эту стоимость копировали. Дальше выбираем М40-артик. М40-артик. Я, как обычно, через нее вывожу. Смотри, потом я захожу сюда, сюда и сюда. Все. Поставил на вывод. Все, скинчик стоит на выводе. И жму «Готово». Все. Теперь просто ожидаю скинчик. И когда мне пройдет голда, я включусь к вам снова. Все, ребята, нам пришла голда. Ты видишь? Нам выбили. У нас на балансе 5500 голды. Если что, ребята, ссылочка на GG Sundo будет в закрепленном комментарии. Они переехали на новый домен. Так что, если что, не теряйте. Ссылочка в закрепленном комментарии. Саш, а мы с тобой сейчас будем тратить голду на рынке. Смотри, у тебя на балансе 5500 голды. Давай сейчас я тебе куплю какие-то перчаточки для начала. Какие перчаточки ты вообще себе хочешь купить? А вот. Чего они такие дорогие? Ну, ты можешь купить любые. Вот какие ты хочешь? Есть вот такие розовые, красивые. Не, мне не нравятся розовые. То есть, ну, розовые — это... Я хочу вот эти. Какие? Вот эти, да? Да. То есть, они тебе прям нравятся? Ну, посмотри подешевле, чтобы я мог потом что-то подороже. Хорошо. А вон, вот обратно. Вот эти хочу. Вот эти? Да. Чемпион. Слушай, ну, может, вот эти возьмем? 200 голды переплатим? Ладно. Они хоть красивые. Все. За 2100 голды, ребят, мы покупаем Саше первые его вообще перчатки на аккаунте. Ну, блин, это вообще... Знаешь, тебе все сейчас завидуют, понимаешь, зрители? Ты только вот зашел в стендов, у тебя уже есть перчатки. Понимаешь, тебе просто сейчас все завидуют. Хорошо, давай идем дальше. Я хочу себе керамбит какой-нибудь.
Керамбит сразу? Хорошо. Смотри, у тебя сейчас есть возможность выбрать любой нож. Ты можешь взять керамбит. Можешь вот такой керамбит взять, в принципе, если ты хочешь. Дай, я сам найду. Да, ну можешь посмотреть там, хорошо. Выбрать какой-то определенный, который тебе прям нравится. Можешь бабочку взять. Ну дальше уже дорогие ножи пошли, нам на них не хватает, к сожалению. Но у тебя есть 3000. Ты можешь взять, в принципе, любой. Ну это такие себе, Саш. Ну это вообще... Они стоят дешево, но они дешманские. Они вот... Вот честно, они не крутые. Вот я тебе говорю. Вот это... Кунай? А ты не хочешь лучше, знаешь, взять вот тычки? Ты же их хотел. У тебя как раз перчатки оранжевые, понимаешь? Тебе нужны оранжевые. Давай. Или вот, допустим... Они вот... как роль ножа выступают? Ну да, ты думал, в роли автомата? Ну, да, ну давайте. Хорошо. Ребят, покупаем тычки за 1400 голды. Слушай, у нас еще осталось... 2000 голды. Давай мы с тобой продадим вот эти все легендарочки, которые у нас есть. Потому что мы с тобой сейчас будем собирать инвентарь. Чисто вот, вот чисто, знаешь, такой желтый инвентарь я тебе сейчас соберу, чтобы у тебя был чисто такой, знаешь, вот мужской такой золотистый инвентарь в стандофе. Чтобы все, когда видели его, думали, ого, вот это я понимаю, хороший парнишка играет. А то, ну, розовый инвентарь это, ну, для нубасиков. Хотя у меня у самого розовый. Ладно, давай тебе сейчас, короче, возьмем первым делом авапочку. Знаешь, какое у меня тебе предложение взять авапу какую? Вот такую вот. Как тебе такая? Она идеальная по твоей перчаточке подойдет. Только вот почему-то там анимешник знаешь. А, то есть аниме ты вообще не одобряешь. Ну ладно, давай. То есть ты анимешник теперь. Ты если ее купишь, ты будешь анимешником, ты понимаешь? Покупаем, да, короче? Да, покупаем. Все, покупаем за 199 голды с медузой на прицеле. Кстати, выглядит очень прикольно. Хорошо, мы тебе купили авапочку, теперь покупаем тебе калашик. Калашик. О, калашников. Калашик предлагаю купить такой. Как тебе такой калашик? Мне нравится, мне нравится. То есть, ну, может анимешник какой-то найдем вот тебе? Этот, вот этот, может этот, вот этот? Где спорт? О, не. Где спорт было написано? То есть ты спортсмен у нас? О, давай, он еще и сатрек. То есть, ты реально хочешь спорт? Да. А ты не хочешь вот такой взять? Смотри, он красный, он, видишь, какой красивый. Не сатрек. Ну что? Зато ты видишь, какой рисунок крутой. Ну ладно, давай какой-то... Это запикай! Что? Что? Сколько здесь? Ты что несёшь? Все, покупаем с вот таким вот попосиком. Ребят, я немножко офигел. Всего фраз. Хорошо, давай эмочку берем. Эмочку я тебе предлагаю взять самурай. Как тебе так? Там рядом была какая-то желтая. Ты вот эту хочешь эмочку? Да. Не, все, одобряю такое решение за... 390 голды, покупаем ему, ребята, эмочку Пиксель Шторм. Ребят, лайк за такое, слушай, а у тебя инвентарь уже реально крутой. Ты понимаешь, тебе стендоферы завидовать будут, когда, ну, смотреть ролик будут. Потому что они все будут думать, капец, он в стендов первый раз играет, у него такие скины. Эмочку, ну, возьмем такую. Там девочка. Тоже, но аниме опять не нравится, да? Ну как-то не красиво. Ну, есть вот такое. Вообще-то, вроде у меня эмочка была. Золотая есть. Смотри, это в чем разница? Это эмочка с глушителем. Видишь? Ладно, давай вот эту возьмем, золотистую, за 150 голды. Окей. Все, у тебя будет такая эмочка. Так, в принципе, мы все эти основные взяли. Сейчас возьмем с прицелом винтовочки, с прицелом. Я предлагаю тебе взять, можем взять Iron Wheel. Как тебе такая? Окей, мне нравится. Вот давай вот с этими наклеечками возьмем. За 424 голды. Как раз вот золотистая Iron Wheel, хорошенькая. М16, в принципе, очень такое, знаете, играбельное оружие. Так, и, ну, можем взять тут Foyers AKR. Возьмем такой? Окей. Как раз вот золотистый под наш сеттинг, желтый сегодняшний. Слушай, прокачка мне сегодняшняя нравится уже твоя. Теперь нам нужны пистолетики. Пистолетики возьмем Glock и Uzbek. Это вот самые важные, потому что ты с ними игру начинаешь. И я даже не знаю, какие тебе взять, потому что... Блин, я, кстати, реально не знаю. Можем взять тебе вот такой вот Uzbek. О, мне нравится. Чисто белый. Только золотым. Какой-то... Хотя, слушай, давай пока что не будем их брать. Давай, знаешь, что еще возьмем? О, я придумал, что тебе возьмем. Знаешь, давай вот такой по 350 тебе возьмем. Давай, мне нравится. Смотри, видишь, какой крокодил. Красивый? Крокодил? Хорошо. Берем крокодила. Хорошо. И сейчас еще давай какую-то арканочку тебе тоже возьмем. Арканы, если что, это самое дорогое, это красное. Самое крутое, чаще всего это арканы. Давай, знаешь, что тебе возьмем? Давай вот такой фоматик тебе возьмем. Золотой прям. О, вау, давай, он мой скин. Все, и у тебя осталось, грубо говоря, вот, ну, 50 голды. Ребят, мы взяли вот самые основные скинчики, которые были. Я думаю, что... Это уже круто. Инвентарь получился крутым. Поставьте лайк, если тоже хотите себе такой же. Саш, ну, скажи честно, ты вообще доволен? Ну, доволен. То есть, ну, могло быть лучше, но этим ты все равно тоже чуть-чуть доволен. Все, услышал тебя. Ребят, у вас сейчас на экране появился ролик, который я рекомендую вам тоже посмотреть. Также поставьте, пожалуйста, лайк. Давайте соберем под роликом 15 000 лайков, если вы хотите вторую часть вот с этим вот кентиком.
вторую часть, если хотите, то, ну, 15 тысяч лайкосиков. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока-пока. Попрощайся. Пока. Пока, конечно, дома.